Всем привет! С вами Дэвил, и мы продолжаем проходить Tomb Raider. Вот как раз мы пытаемся тут завести эту колымагу, но ничего, я так понял, не получится. Не получится. Думаете? Получится, не получится. Алекс пожалеет, что пропустил такое. Да. А где Алекс? Пошел на Ньюрон с инструментами для Рейс. Иона, давай запускай. Это наш единственный шанс, верно? Надо рискнуть. Я рада, что ты с нами, Лара. Я могу помочь? Помоги Ионе. Черт. Давайте попробуем использовать систему блоков. Ты права. Я бы что-нибудь соорудил из пары шкивов. Вон там должно быть что-нибудь. Я посмотрю. Береги себя. Да, там должно быть что-нибудь интересное. Надо добраться до вот этого вот корабля. Все, тогда погнали. О, чайка. Еще одна чайка. Сколько чайка тут? Все, долезли хотя бы. Давай, поднимайся. Все, без проблем пока что. Дробовик там начали уже собирать. Да уж. Интересно, португальский. Ему больше сотни лет. Как это? Как же нам повезло, то что тут откуда-то появилась дырка вот такая вот в этом корабле. Да они вооружены. Не знаю, дай подумать. Нас все молчит. Раз, мы в ловушке, черт, что же делать? Черт, да... Ой. Минус один, блин, что же делать? Ой! Да блин, умри ты, гад! Все, наконец-то! Как же меня это бесит, когда я не попадаю в голову, а? Мы же добрались уже до этого галеона, вот мы на нем же. Нам тут нужно что-то найти, получается. Вот. Так, теперь прыгаем туда. Ага. Нашла. Потом мы как будем. О, вот так вот. Все. Опа-на. Я ж не помню, для чего это нам пригодится. Для чего это нам пригодится? А, да, скорее всего, для этого. Блин. Как его там? Вот, короче, для этого катера он пригодится. Мы же там хотели систему блок какую-то там использовать. Ну! Ну высунься, нигер поганый. Все. Куда ты тут взялся, нигер? Редгард какой-то недорезанный. Фух. Аж немного испугался. Да блин, обязательно воду мне кидать. Хотите, чтобы Лара намокла, что ли? А он ты где? Иона. Колобок ты недоделанный. Спасибо. Да пожалуйста, пожалуйста. Что с тобой? Алекс еще не вернулся. Помогите!
Это Уитман! Иона! Помоги! Он прикалывается, да? Да, это чему прикалывается? Ясно, все с ним. Не знаю. Вы ранены? Я никого не вижу. Наверное, я их спугнул. Как же я бежал. И даже не вспотели. Да. Я крепче, чем думал. Вы могли бы привести их к нам, как тогда, во дворце. Что? Все было не так, Лара. Они схватили меня, когда ты освобождала Сэмми. О чем это вы говорите? Они сказали, что только при этом условии оставят вас в живых. Я хотел вас предупредить! Послушайте, вы двое! Мне все равно, что между вами происходит, но у нас на это нет времени. Я надеялся, что... Доктор, еще слово, и клянусь, я сильно прорежу вашу белоснежную улыбку. Все, все, хватит. Если мы тут лучше придется, бы она это сделала. Все погибнем. Этого гада нужно замочить, нафиг. И лишь поэтому ваши зубы еще целые, ясно? Я иду за Алексом. Где были инструменты? В машинном отделении. И будь осторожнее, Лара. Ладно. Этот предатель меня уже бесит. Лара, постой. О, лук. Возьми этот лук. Я его нашел и приберег для тебя. Суперский лук. Из такого стрела что угодно пробьет. Спасибо, Иона. Этот лук просто супер, я вам так скажу. Он... Это самый крутой лук вообще, который есть в этой игре. Ясно. Ясно вам, ясно. Охрененный лук. Блин, ничего нельзя пока что еще разблокировать. Остается вот эту всю фигню. Так, сбор костей. Вот вся фигня мне бесит уже. Эта фигня. Видеть то, что мы до этого не видели. А что это такое? Ага. Но это еще сойдет. Ладно, ладно. Все. Так, что-нибудь хочу собрать. Все-таки вон сколько мы насобирали этих всяких фигулин. Че, автомат прокачиваем до конца? А, он у нас и так прокачан. Тогда лук улучшаем. Раз он таким крутым стал. Скорострельность. Давай скорострельность, хочу скорострельность. И урон еще можно сейчас. Это вообще поджигает небольшой участок там цели. Но урон он важнее как бы. Ну, я думаю, так лучше будет. Прокачали как могли. Ну, какой он шикарный. Новый лук пригодится тебе в пути. Наверное, идти лучше через скалы. Ладно. Просто сейчас будем кататься, так сказать. Ага. Опа. Блин, да что ж у вас так много куриц, умеющих летать. Вот, блин, эти чайки, а. Перестали меня. Ну что, Рейс, я подхожу к Эндьюранс. Что именно тебе нужно? Алекс, мы уже начали волноваться. Мне нужна монтировка и вообще весь мой набор. Без него катер не починить. Ладно, понял. Тебе идет Лара, дождись ее. Лара? Нет, я сам все сделаю. Вхожу, отключаю рацию. Алекс... Что ты делаешь? Да, фигов он упрямец. Блин. Ай, башку стукнулись.
Не рассчитал я силы Лары. Вот такая Лара, Лариса. Я подхожу к Эндюранс. Что именно тебе нужно? Алекс, мы уже начали волноваться. Мне нужна монтировка и вообще весь мой набор. Без него катер не починить. Ладно, понял. Тебе идет Лара, дождись ее. Лара? Нет, я сам все сделаю. Вхожу, отключаю рацию. Алекс, что ты делаешь? Что ты делаешь, дурак, что ли? Дурак, что ли? Ой, чайка. Я, кстати, с ней скрин делал с этой чайкой. Потому что она забагованная какая-то. Она все время стоит рядом с нами, когда мы там... Ё-моё, мы же можем допрыгнуть сейчас, смотрите. Дай. Вот так вот, раз, два, все. Так, отсюда. Отсюда мы должны типа прыгнуть, да? Где? Нажмите, чтобы осмотреть. Ага. Все. Так, куда дальше? Туда нужно как-то теперь залезть. Значит, получается отсюда. Прыгаем сюда. Потом сюда. Опа! Опа! Все. Окружили? Получилось? Ну и молодцы. С ней получилось. Наивные они такие. А, нифига себе, вот это вот. Вот это вот, да, я что-то забыл этот даже момент, то, что вот так все повернулось. Игра, ты меня удивляешь. Спускаемся. На тебе. На тебе. Да на тебе уже, получай свою, достал ты меня. Подыщи. Мы сможем запрыгнуть? Да, сможем. Блин, не хочу я вашу эту гробницу. Хочу уже скорее пройти это все дело. Потому что сюжет мне очень нравится. Хочу его пройти, по-моему. Акробатика у нас, конечно, прокачана на максимум, просто на максимум. Да блин, да иди ты нафиг. Нужно найти что-нибудь. А куда тогда? А, сюда, блин. Тупанул. Просто тупанул. Книги, как вы помните, я не читаю. Вот эти вот. Потому что они все неинтересны какие-то. Тут и так мы много можем узнать из этих заставок различных, из роликов. Капает что-то сверху все время. Водичка. Че у вас там протекает, что ли, что-то? Достали, да. Великий мандарин. Они разбирают его на части. Кого разбирают? Кого вы там собрались все разбирать, а? Не, не туда. Куда надо-то? Слышь? Фить, фить, фить. Просто нельзя свистеть еще. А то денег не будет. Да блин, ну давай уже попади, достал. Опа, хрясь, все. Че, издеваешь, что ли? Слышь. А, ну да, вон. Труба. Легендарная труба. Все.
Чё? Вправо придется нам прыгнуть. Чё-то трясется. А камера такая что? Чё-то реально тряслось. Ну все, забрались, самое главное. Вот такой вот у нас тут бункер. Прикольный. Лезь дальше тогда. О, чувак, тебе не повезло. Какая разница? Нам приказывают, мы выполняем. Без вопросов. Так, у нас сейчас что? Опа! Да, у нас тут... С глушителем. Так, значит... Подбираем этот тайник. Я хочу прикольнуться над ними. Пускай они поднимут, прям хорошо так поднимут. Я прям стрельну. Ё-моё, да что ж у вас такое? Нервы сдают, да? Нервы шалят, нервы. Э, ты чё, жопу-то там выставил? В кого-то попал, в кого-то не попал. Слышь? Лезь он там. Умный какой. Слышь? На тебя, на тебя. А блин, ты чё там? Воу. Нет, неправда. Воруны одни. На тебя. Достали вы. Слышь? Все, и сейчас его перестреляем. Ха-ха, улетел, просто улетел. Ах, поганый ты сапог. Какие тут пошли взрывы эпичные. На тебе гранату. Ой, что такое прикрывай. Ой, а может не взорвется, а может она палёная какая-нибудь, может она вообще не работает. Нет, дружище, все работает, все работает. Да на тебе, у меня скорострельность хорошая. Постойте-ка, у нас еще нет огненных этих патронов, да? Не прокачал. Вот что значит не прокачал я их. Ну, давай, ложись уже. Ложись спать. А то мама тебе по башке настучать. Что случилось? Кто стреляет? Не знаю, кто стреляет. Да ты слышь, кидается тут еще. А я туда не пойду. Но мне придется, походу, да? Мне придется туда идти. Да. Слепые! Раз не видите, значит слепые же.
Блин! Ё-моё, напряжёнка. Напряжёнка. Ладно. Окей, да, вот тебе окей. Оу! Чё это вы взорвали там, а? Хо-хо, всё разнёс. Вот это мне нравится. Вот это хорошо, когда всё разлетается. Во все стороны прямо. Уже вижу свет. Да, Алекс, Алекс. Куда же ты опять вляпался? Какое-то говно ты, Алекс, вляпался, серьезно. Да ё-моё, чё дальше-то делать? Вот туда нужно идти, не? Книжку почитать или другого чего-нибудь использовать. Потереться там все дела. Чё, не собирается у нас новый автомат? Ну и ладно. Напалмовые. Без мягкого знака. Наконец-то. Теперь мы непобедимы. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр. На этом моменте мы будем завершать нашу серию. Ставьте лайки и подписывайтесь. Ну а с вами был Дэвил. Всем удачи, всем пока.